Дружище Тяночка или просто не прохожий, всем привет! С вами я, Слава Брейс. Это мое маленькое, так скажем, новогоднее поздравление. К сожалению, никакого прикольного ролика я не придумал на Новый год, поэтому я просто собрал тех людей, которые хоть что-то сделали для моего канала, где-то приняли участие, просто как-то морально поддерживали, и попросил их поздравить вас, подписчики, с Новым годом. Поэтому давайте перейдем к данному видеоролику. Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, счастья, здоровья и... Счастья и здоровья! И счастья! Всем привет! Это Капа-Дзюмочек. Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы вы, как мы, не лежали с температурой 39,4, и чтобы все было хорошо. С наступающим Новым годом! Короче, этот год был крутой, как яйка. Всем желаю гемов, запрещенной в Российской Федерации организации, и будьте сигмами. С Новым годом! На следующий год хочу пожелать вам счастья, успехов в личной жизни и, конечно же, здоровья. Но я был бы не я, если бы не пожелал нам всем огромного количества шекелей, чтобы карманы рвались от их веса. Поздравляю с наступающим 2024 годом! Здоров, бандиты! А значит... Поздравляю всех с новым 2024 годом. Как говорится, этот год был тяжелый, но мы справились. Я надеюсь, что следующий год у вас все будет чики-пуки, что он будет намного лучше, чем предыдущий, что вы не будете болеть, как я, вы будете много учиться, работать, зарабатывать бабки. В общем, станете еще лучше в этот год. Добрый день, дорогие подписчики канала The Brace. Я вас поздравляю с Новым годом. Желаю хорошо отметить этот Новый год. Желаю успехов, счастья, здоровья, всего самого наилучшего в новом 2024 году. А также желаю Славе, чтобы он вообще стал мега популярным. Чтобы он продвигался, никогда не стоял на месте. Продвигал свой контент в топ, улучшал свой контент как-то. Ну и, в общем-то, все. Я вас всех поздравляю еще раз. Славика тоже поздравляю. Всем до свидания. Всех поздравляю с Новым годом, как говорится. С Новым годом, с новым счастьем, чтобы все было хорошо. И чтобы все киндеры и мандарины всегда были в кармане. Привет, Славян. Спасибо большое за такое поздравление. Мне очень льстит то, что я попал в число таких людей из твоего списка. Тебе я желаю в новом году никогда, 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 и еще раз никогда не опускать руки в своих начинаниях. Все будет, и все будет классно. И я даже больше скажу, будет намного лучше в следующем году, чем в этом. Поэтому всего тебе самого доброго, еще раз не опускай руки, и чтобы твои близкие, родные тебе люди всегда оставались рядом, всегда были с поддержкой, с улыбкой, да и просто, правда, чтобы они были всегда рядом, чтобы у тебя была опора и мотивация. Поэтому спасибо, и вам всем спасибо за такой дикий буст в 23-м году. Всех обнял, приподнял. Увидимся. Короче, азам, с вами МС Курахима. Короче, что я желаю в будущем году? Конечно же, в будущем году, особенно пацанам, если у вас маленький член, не беспокойтесь. Главное, что он у вас не в жопе, реально. Все будет хорошо, все в порядке. Хоть идет все в мире по пизде, но единственное, что не пойдет по пизде, угадайте, что... А хуй знает, короче, давайте реально. С вами был МС Курахима, всем пока. А, хотя идите нахуй, еще раз поздравлю. С Новым годом, с новым счастьем. 2024 год, это год. Это год чего? Да похуй тогда, если это не чего-то, это мой год считать, реально. Погнали, let's go. Бля, себя поздравил, хуй. С наступающим Новым годом, ё-моё. Желаю счастья, здоровья, ну и всей основной херни, которую вам надо. Ну что же. Вот такие вот поздравления. Надеюсь, вам понравилось. Вы нажмите лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всех с наступающим Новым годом.